сеансы обязательны для всего персонала, сестра Энн. Моя мать боролась с депрессией. Энни, милая, можно я войду? Но даже в детстве я знала, что это нечто... Энни, открой, пожалуйста. Большее. Пусти меня, Энни! Мама говорила, что слышала этот голос внутри. И что голосу была нужна не она. Он жаждал меня. Цитадель пала. Черный дым заволок солнце. Потому что, как многие уже знают, у нас появилась студент-девушка. Только как наблюдатель. Что ж, давайте же спустимся в бездну ада. Сейчас больше случаев одержимости, чем в любой другой момент в истории. Так что нужно бороться за каждую душу. Впусти меня! Что, если я могу им помочь? Единственный способ обезвредить злых духов — разобраться с психологической травмой. Мы долго тебя ждали. У твоей мамы красивый голос. Помогите! Пусти меня! Я хочу обучить сестру Энн, чтобы она защищала себя. Но это против всех правил. Лишь мужчины допускаются к обучению экзорцизму. Те отношения, что у нее есть... Это нечто личное. Будь осторожна. Когда познаешь дьявола, дьявол познает тебя. Так для чего ты здесь? Отомстить.